Смотри, вот я принес свой любимый бургер. Будешь ты его? Я кушать, не буду это нет? есть. Ребят, опять проверяю переводчик для собак на своей собаке. Джози, я никогда больше с тобой не пойду гулять, и играть мы точно никогда больше не будем. Ты за это ответишь. Джоня, сегодня особенный день. Я решил подарить тебе машину, и смотри какую. Это же настоящий Мерседес. Ты узнала его? Ребята, наконец-то у нас получилось. Она все-таки оценила мой подарок. Неужели? Что это так, такое? Стоп, как это ты узнала, что это была подделка? Нет! Ребята, у меня получилось забрать телефон у своей собаки. Давайте посмотрим, что у нее там. Тронешь телефон, пожалеешь? Тю, да кого ты можешь испугать? Это же маленькая собака. Что она может вообще мне сделать? Так, а что ты за звук? Это? Мне это не нравится. Ребята, помогите, пожалуйста! Джоня, я тебя покушать принес. Что это такое? Почему нет еды? Ну, ты лохушка, конечно. Джоня, я тебе от подписчиков колбаски принес. Хочешь ее съесть, нет? А я сам ее съем, ты ничего не будешь. Я тебя съем на обед. Колбаска, все. Джоня, посмотри, какая у нас есть тарелка сладостей. Жалко, что собакам сладко нельзя, поэтому тебе достанется только ты за это бургер. Ответишь. Извини, моя. Ребята, я решил узнать, кем моя собака была в прошлой жизни, поэтому загрузил ее фотографию. Давайте посмотрим. Она была кошкой? Как тебе не стыдно было ты быть за это кошкой? Скрывать это от меня, скотина такая. Кошкой. Я тебя выкину из дома. Ты ужасная собака. У меня получилось отобрать телефон у своей собаки. Давайте опять подберем пароль и посмотрим, что она вообще смотрит. Телеграм-канал с переводчиком для собак, Foxy App, тут можно идти скачать, ну хорошо, допустим. Зря ты взял а мой телефон, что? И нет, ты нет, за нет, это нет, ответишь. Нет. Ты за это ответишь.